Друзья, мы продолжаем священную уже, так скажем, традицию. Мы передаем письма от детей нашим воинам на фронт. Письма поддержки, рисунки. И вот здесь у нас письма именно из Барнаула пришли. Там прошел целый конкурс рисунков, на билбордах все это было, рисунки. И вот мы передаем письмо из Барнаула на передовую. Я горжусь тобой, солдат. Здравствуйте, дорогой солдат. Пишет тебе Семен из Барнаула. Благодарю тебя за твой ежедневный подвиг. Ведь благодаря тебе я имею возможность спокойно учиться в школе и не бояться, что рядом упадет снаряд. Огромное тебе спасибо. Мысленно мы с тобой. Спасибо за мирное небо. Барнаул, Семен, 13 лет. Семену передайте привет и скажите, что все будет хорошо. Семен из города Барнаула. Спасибо тебе большое за искреннее письмо. Все будет хорошо, все будет честно, верно. Мы тоже с тобой мысленно. Всего спасибо. Тебе хорошего, отучись. И будь хорошим человеком. Будь хорошим человеком. Да. Спасибо. Делай большое. Добро. Спасибо. И вот, нет, это вам, и рисунки вам. Все, передайте спасибо ребятам. Большое. Где-нибудь развесьте, посмотрите. Работы там есть очень даже достойные. Так, секундочку, еще надо. Город Барнаул, поселок Южный. Подержи еще, как держал. Ну, в смысле, чтобы видно было, да. Секунду.